Благодаря необычному формату третий турнир по баскетболу «Тольятти Азота» получился особенно зрелищным и интригующим. За титул боролись не только команды цехов ТУАЗа, но и приглашенные коллективы. Финансовую часть взял на себя профсоюзный комитет завода, а организацией по традиции занимался Совет молодежи. На соревнования пригласили команды учебных заведений, которые сотрудничают с «Тольятти Азотом» в рамках профориентационной программы. К заводским дружинам цехов номер 26, 27, 48 и 63 присоединились школы номер 39, 41, 93, а также Институт химии и инженерной экологии ТГУ и сборная Тольяттинского государственного университета. Формат соревнований предусматривал три группы по три команды в каждой. Две лучшие выходили дальше. Уже с первых игр стало понятно, что приглашение сторонних команд значительно повысило спортивный уровень баскетбольного турнира. Записной фаворит соревнований, сборная ТГУ, потерпела поражение в первой же своей игре. Баскетболисты цеха номер 27 доказали, что все решается не на бумаге, а на паркете, где они оказались сильнее. Немного жаль было команду гимназии номер 39, которая волею жребия отправилась в группу к этим командам. Конечно, пробиться дальше они не смогли, но на фоне фаворитов смотрелись выразительно. Команда Института химии и инженерной экологии ТГУ заручилась самой громкой поддержкой трибун. А как иначе, если в их составе на игры выходила девушка? Да, я занималась баскетболом, занимаюсь и продолжаю заниматься. К нам приходили читать лекцию по поводу сотрудничества с Тольятти Азот, поэтому мы приехали к вам сюда поучаствовать в баскетбольном турнире. Мы также будем рады поучаствовать еще в каких-нибудь турнирах или мероприятиях. Мне все понравилось. Это вообще спорт, именно баскетбол, это такая страсть, где каждый борется не только за себя, но и за команду. Дружина школы номер 41 стала командой сенсации. Юноши смогли одолеть старших товарищей и выйти из группы. Супер, прекрасный опыт. Отлично, идеально. Да. Классно, да. Мы против сильных команд в нашей школе играть не можем, и у нас поле не очень удобное, но вот тут вот можем разыграться на славу. В итоге в финальную группу пробились команды цехов номер 26 и 27, а также сборная Тольяттинского государственного университета. В игре за серебро даже понадобилось дополнительное время. Победила команда цеха номер 27. Бронза у 26-го цеха. Чемпионский кубок турнира по баскетболу «Тольятти Азота» отправляется в ТГУ. На самом деле не знали состав участников, поэтому пришли, посмотрели. Пришлось настраиваться, первую игру проиграли. Недонастроились мы. Потом поняли, что тут придется серьезно играть, поэтому в итоге собрались и выиграли. Баскетболисты завода отметили, что новый формат турнира подарил много незабываемых эмоций. Очень интересный, много хороших команд, упорная борьба. Главное, чтобы все получили удовольствие и, естественно, что обошлось все без травм. Решили приглашать наших профориентационных партнеров, потому что понимаем, что молодежи в первую очередь интересны наши вот корпоративные активности, не может быть, где-то не рассказ о предприятии, а именно погружение в такой процесс и общение с нашими работниками. Заводским баскетболистам теперь поставлена задача в следующем году отыграть кубок у студентов.